девушка у Вовки Чаевых ничем не выделялась. Она среди других пекла для Вовки шамешки, с капустой пирожки, штаны ему стирала и штопала носки. Но вот пришел однажды какой-то генерал, он крепко-крепко бабушку при всех расцеловал. Весь вечер вспоминали они военный год. У Вовки сердце жаркое, то стукнет, то замрет. Так вот какая бабушка, а он-то и не знал, спасен от смерти бабушкой вот этот генерал. И все в отряде знали Настену Черемных, разведчица отважной, слыла она у них. Теперь для Вовки шанюшки вкуснее во сто раз, а все, что скажет бабушка, как воинский приказ.